Здравствуйте, меня зовут Никит Патуев, мне 19 лет, являюсь студентом Московского театрального колледжа Олега Табакова, учусь на четвертом курсе, занят в небольшом количестве дипломных спектаклей, это «Пролетарская мельница счастья», роль «Гробок», роль очень сложная, можно даже сказать на сопротивление, очень неприятный персонаж, скользкий, метается от белых к красным, от одних к другим, ради поиска лучшей жизни, спектакль про революцию. Также занят в спектакле «Конёк-горбунок», это дипломный спектакль речевой, там играю роль Ивана и роль среднего брата. Также занят в спектакле по повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось», был такой советский фильм, там играю роль Константина, это отец Романа, он такой мягкий, добрый, постоянно подвержен влиянию своей жены, поэтому вместе с Гробком это кардинально две разные роли, что меня очень радует. Также есть небольшой опыт съемок в кино, это дипломный фильм Ивана Снежкина «Печень» или «История одного стартапа». Также увлекался баскетболом, настольными играми, настольным теннисом, играю на гитаре, говорю по-английски, разговорный, небольшой, люблю читать книги. Спасибо.